Дәулетов 2000 жазып жатыр. Дәулетов. Зируза тамақ жемейтін сияқты. Ерлан ағасы өзі ғана. Ерлан ағасы өзі ғана жей бермей. Оған да берсеңші дейді. Жоқ, негізі Ерлан аға диетада. Өзі айтады тамақ жатқан. Ой, мен диетадамын деп. Ерланда тұрпын шай іше салайын деймін. Сонда мен күлем ғой Ерлан аға. Айым гүлім. Айым, нижний почерк, гүлім. Бүйтет, не ғой Зируза, бұл шоу біз айқыннан сақ бол неше түрлін естіватырқ дейді. Айқыннан бейді, сақ бол неше түрлін естіватырқ. Білмеймін, мен сіздер не естіп жатқанын, мен еш нәрсе естімеймін. Дым естімегенсің ба? Жоқ. Инстаграмың жоқ па сенің? Бар. Қалай естімей жүрсің? Ерланаға жүргізеді Инстаграм. Мен Инстаграмды өзім жүргізем. А былай енді ондай жаңалықтарды қаз болап оқымаймын. Мен сіз на еш крепче спиш дейді. Сонда қорқпайсың де айқыннан? Жоқ, қорқпаймын, Ерланаға бар ғой. Бірде болса тұқ дейді. Е, қорқпаймын, ешкімнен қорқпаймын. Кеттік, келесі. Айнұр Жұлдыз дейді. Девочка, заведи себе стилиста. Стилиста, боксер и его жена явно кроме барахолки ничего в жизни не видали. Как это мы... Как это очень-очень плохо. Вы меня спросите, я знаю, где находится барахолка? Я там в жизни не была и точно не буду. В общем, напишите мне, мы поговорим. А так... Да, Ерланаға поговорим. Девочка уроки бокса, по-моему, кое-у кого берет. Да, уроки бокса и... Да, плохо-плохо. Офигела ты, в общем. Ты не офигевай. Мухануф. Нижний пробел, джаз жатер. Пишет. Зируза, как всегда, странно одевается, как будто с базара купил или купил, или купила, ладно, окей. Купил или с Али, не пойму. И еще такие ярко-алые платья, как у Мульдер, сейчас в тренде. О, модный приговор. Модный приговор, да. Во-первых, я не поняла вашу мысль или что вы хотели до меня донести. Скажи честно, ты когда-нибудь одевалась в платье от Али? Нет, я в платье от Али не одевалась. Если не Али, а так нет. А как у Мульдер? Мульдер и я, мне кажется, это две разные люди, и у нас стиль вообще не очень. А насчет барахолки и базара я уже отвечала, так что сами идите туда, покупайте, пожалуйста. Вещички. Мы туда не ходим. 12-й ряд, 4-й бутик. Да, да. Вам поможет. Спросите Али. Акхана, нижний правил БК, три месяца назад, давно, только береги свои волосы, ты много их красишь, можешь без них остаться. Это не первый раз, когда пишут насчет моих волос. Красишь, ну так надо, понимаете, это образ, это что-то новое. И поэтому, если бы я была, например, каждый раз со своими коричневыми, может быть, или там черными, я думаю, вам бы надоело. А жалпы неше рет боядың шашыңды? Шашымды, қазір айтамын, бір төрт-бес рет шар. Максимум, иә, 4-5 рет. Кейбір жігіттерге барғанда сенікі айналайын екен, бес рет. Иә, кстати, да. Кейбір жігіттерге. 4 месяца назад. Алинка. Алинка, апельсинка. Вау. Это как аминка, витаминка. Алинка, апельсинка. Почему все ее песни будто посвящены Даниару? Почему вам так кажется? Мне так кажется. Дети еще. Почему он так кажется? Да, объясните мне, вот напишите мне в Инстаграме. Это вообще не так. Может, я
Не знаю, может, вы не знаете о том, кого, может быть, я люблю, там, кроме Даниэра. Не знаю, почему, да? Именно Даниэр. Да, нет. Да, нет, Юзо. Все в этой жизни не может просто так на одного человека. Да, есть и другие, ладно. Ну, сколько песен посвящены Даниэру, если не все? Сейчас скажу. Вообще нету таких песен. Вообще, если так посчитать, ни одной. Так. Q-pop и K-pop эстрада жазбжатр. Шыныкерек. Зируза Даниэр арқылы көтерілді. Да, шыныкерек болғандай. Тез шығып кеткен әңгімелердің бірі. Нет, серьезно, да, 2 жыл болды, бұл тақырыпты айта береді, эту тему уже у меня вот здесь, если не вот здесь, если не вон там, да. Поэтому давайте просто не будем, окей? И я, конечно, не хочу грубо выражаться, но вы меня заставляете. Вы меня заставляете. Я разве хочу так разговаривать? Вы доводите меня. Я держалась. А то что? А то, блин, плохо будет просто. Нурай и Ернур, короче, воссоединились и пишут такой комментарий. And Дёкуэдэнде. Еще на фотке, ладно, не буду комментарить. Комментарий, типа. Плагиат, эта песня похожа на песню CL. Hello, p***s. What the motherf***ing? Что это было? Какое еще? Hello, p***s. Где вы там увидели? На какой? А, SOS, да? Это про новую песню? Знаете, я вам так скажу. В огромной планете, галактике, в этой жизни вообще 7 нот. 7 единственных нот. До, ре, ми, фа, соль, ля, си, да. И поэтому эти песни, ну, то есть эти ноты воссоединяются. И столько песен, столько композиций, не считая жанр, да? И поэтому не может быть так, чтобы что-то с чем-то не было схожим, то есть похоже и так далее. И поэтому плагиат – это совсем неправильное слово. Можно сказать, не плагиат. А плагиат не можно. Да, а плагиат не можно, нельзя. Нельзя такое писать. Я постаралась. Ух, телепытно.